Приветствую вас, ребята, на роли Game Online. С вами Росси. Это рубрика Gameplay Let's Play. И сегодня мы поиграем в игру под названием Happy Humble Farm. В общем, это игра про бургерную. Я думаю, многие уже могли ее видеть, могли не видеть, но я играю в нее в первый раз, и давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Значит, прошел какое-то непонятное обучение, там, где у меня было вообще все без текстур. Может, так и должно было быть, а может и нет. В общем, я не знаю. Я появился в своей супер-мега комнате. И мне сказали, что нужно отправляться на работу. Значит, есть у нас такое дело, руководство скромной бургерной. Значит, введение. Ваш первый день. Порядок работы и управления рестораном. Приветствуем нового работника. Если вы читаете это, поздравляем. Вы приняты на работу. Прежде чем начать, прочитайте это руководство. Значит, сразу как нам здесь готовить. Уже все понятно. Значит, нижнюю часть бургера, лист салата, горошек, лук... А помидорки тут нема, да? Ладно, расходы. Боже мой, премии. Эффективные работники могут выполнять бонусные задания перед уходом со смены, чтобы получить дополнительное вознаграждение. Расходы. Мы рекомендуем вместе посетить ко мне с вашими деньгами. Управление. Указание для работников. Ваша роль скромный бургер начнет следить, обслуживать наших постоянных клиентов наилучшим образом. Идите вовремя на любую смену. Обеспечите себе транспорт для поездок на работу и обратно. Отмечайте перед началом и концом своей смены. Включите, отключайте все сообщения, приборы, выпуск открыто. Включайте на все звонки начальства. Готовьте и подавайте блюда в соответствии с стандартами компании. Выполняйте все операции с наличными. Поддерживайте основной в порядок. Делайте уборку, нарушения. В общем, ладно, все, давайте отправляемся. Пробуйте открыть двери, что? И взять рацию со стойки. Че? Ага, понятненько. Найдите другой путь или попробую выбрать засов. Понятно. Так. Возьмите шоколадку с холодильника и нажмите кнопку замерить, чтобы съесть ее. Холодильник. Нету. А где тут шоколадка? Вот это что ли? Давайте. Ой. Я ее выкинул случайно. Съел. Хорошо. Рация. Ваш босс будет звонить во время трима, слушайте внимательно. Так, а давайте, можно тут где-то поставить графика. Не знаю, давайте высокая. Вообще не это хотел. Я хотел посмотреть, если здесь где-то субтитры. Ладно. Ваш сосед Тоу, это Тоу, ваш сосед и лучший друг. Тоу, у тебя все нормально, что-то ты немножко уставший. Деньги и прогресс. Не успел прочитать. Так, скромный батончик Excel. Цена 6 баксов. У меня 0 денег, так что я тут выбираю? Пошлите на работу. Хвала булочки. Вот правильно. Хвала булочки — это хорошо. Хвала булочки — это правильно. Потому что, как говорил Бэткомедиан, как бы за себя и за булку. И за Сашку, и за булку. Потому что деды воевали за булку. Что-то загрузка остановилась. Кстати, игру я приобрел на торренте по цене интернета. Это тут такое страшное, блядь, происходит. Я могу сесть в машину? Нет, а жаль. Хорошо, что хоть бургер, но недалеко находится. Ага. Если слишком темно, попробуйте включить фонарик. А вы кто? Где-то глаза потеряла за челкой. Нужно дождаться автобуса, что-то там говорили, ну, в общем.
Автобуса я не слышу и не вижу. Главное, что мы правильно идем. Не хватает здоровья или энергии, примите душ, мгновенно восстановитесь. Вы знаете, вот как-то рисовка мне что-то напоминает постал второй. Или первый. Ну что-то, в общем, из этого. Идите на работу, там мы идем. Если сомневаетесь, работайте. Работа в бургере лучше способ заработать деньги. Вы должны работать хотя бы одну смену в день. У меня с текстурами, я не знаю, они такие должны быть. Ребята, специалисты, подскажите. Так, прежде чем открывать заведение, нажмите кнопку руководства, чтобы изучить основы. Обучение. Меню. Возьмите охлажденные котлеты, бросьте их на гриль. Положите на поварский стол одну нижнюю часть булочки и по одной порции каждой начинки. Добавьте говяжью котлету, чтобы сделать высший восторг. Добавьте ломтик свинины, чтобы сделать сэндвич поросячий пир. Добавьте сочный кусок курицы, чтобы сделать птичий праздник. Наггетсы из лосося и картофеля фри. Возьмите картофель или наггетсы из лося одного пакета, положите его в фритюрницу, ждите окончания готовки. Выньте горячие пирожки и печенье. Перед подачей на стол поместите. Боже, это так, блять, еще надо учить, что ли? Учение. Есть. Воды. Заметки. Прежде чем открывать заведение, заметки только вот сейчас взять основы. Работа будет на лучший способ. Хорошо. Все понятно. Это что? Улучшение, ага, жетонное улучшение. Понятно. Это музончик, наверное, да? Типа MacDrive. Угу. Так. Карточку свою взял. Принесли, вы можете включать приборы только во время своей смены. Так, я на смене. Там проблема-то. Так. А. Понятно. Не знаю, что за хуйня. Таки по задний ход, типа, да? Это что, холодильник? Место для бомбы. Замороженные эти нам, ну, наверное, не нужно. Ладно, еще раз прочитаем. Вот понятно, меню управления. Так, вы хотите обеспечите транспорт для поездок, отмечайте с предначальным концом, включайте все освещение, приборы и вывеску открыто. Ага. Ладно, надо включить вывеску. Таймер заказов. Выполнение задания приведет к нарушению. Блять, а ты кто? Что это? Это, блядь, было вообще? Я в шоке, если честно. А это, блядь, хрень. Причем дверь-то была закрыта, что это за хуйня? Где там, блядь, эта вывеска включается, Глима? Open. Теряк. Посмотрим.
Так, там я включил. А, надо еще вот эту большую, наверное, включить здесь. Где-то видел. Опа! Человек пришел. Блять, пиздец, блять, пиздец. Так. Слушаю вас, господин. Подходите. Что надо? Happy Deluxe. Таймер заказов. Так. Время бежит все равно. Расходы управления действия. Меню бургерной. Happy Deluxe, наверное, высший восторг. Так, положите на поварский стол. Где там поварский стол? Сейчас, погоди, погоди, погоди. Так, булка. Есть. Сюда большую булку. Где мясо, мясо, мясо? Здесь нету мяса. Козел, блядь, где мясо? Фритюрница. Все хорошо, я не вижу мяса. Блядь, опять эта хрень какая-то пришла. Мясо где? Керабора. Так, ну это лук. Перданул, блядь, или что вообще происходит? Мне нужно мясо. Тут мяса тоже нема. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Вот, Happy Deluxe. Взял. Бегу, 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 бегу. Где эта жарка гребаная? Все, пожарится котлета. Так, действие, действие, действие. Меню. Возьмите, так, например, это есть. Чтобы повяжу, да. Да. Хорошо, значит, обучение, что мы ложим. Этот лист. Лист салата. Раз. Горошек. Два. Я его мимо этого кинул, походу. Так. Свет потух. 15 секунд осталось. Блять, я не успеваю. Ребята, что делается? Она уже пожарилась. Хорошо. Да. Давай, 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 давай. Сырку еще. И лука. Блять. Что-то не так. Бам-барабам-бам-бам. А где пакеты? Где пакеты? Вижу пакет. Вижу пакет. Есть такое дело. Блять, нету томата. Вы представляете? Нету томата. Охренеть, уже пошла просрочка. Уже пошла просрочка. Так, я понял. Надо опять бежать. Опять бежать за котлетой. Бегу, 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 бегу. Нужно включить приборы. Приборы, кто их выключил? Кто выключил приборы? Блять, за пидор выключил приборы. Че тут дверь открыта? Ну. А че, кто их выключил? Ты выключил? Признавайся, подонок. А, ладно, давайте искать. Что-то. Включились? Да, включились. Все. Котлета жарится. Котлета жарится. Поехали. Значит, еще раз. Лук сюда. А я начинаю с нижней части булочки. Вообще нет. Я там лист. Щек. Щек, ага. Я понял вас. Надо было сразу все брать. Что там? Че не? Пусть жарится. Пусть жарится. Блять, а сколько там уже людей? Вы вообще, вы в своем уме? Что вообще происходит? Все, котлета готова. Резь 2. Булочка сверху. Па-бам! Готово. И чё? Чего нету? Блять, нету этих. Обалдеть. Ну, уже все, да? Таймер заказа 53. Опять все. Что это за хрень? Включаем еще раз. Я не знаю, что оно выключается постоянно. Это, наверное, как наказание. Что это, ну? Не работает использовать фонарик. Все, включилось, слава богу.
Так, давайте. Хорошо, значит, что мы берем? Мы берем нижнюю часть булки, мы берем вот это, мы берем вот это, и мы возьмем вот это. И теперь мы ставим нижнюю часть булки, ложим сюда с... Нет, стоп. Вот так. Ложим сюда. Салат ложим. В чем проблема? Залагала, разлагала, нормально. Так, так. Так. О, какая-то хрень пришла. Я типа не выполнил задание какое-то, да? Сейчас они все убегают. Ей надо дать какую-то тухлую котлету. Готов бургер, я... Блять. Крутка-то сбежать. Я сбежал. А ну сейчас вот сделал. Нету сыра. Обалдеть. Все ясно. Все, короче, будем знать. Ага! Что ты, блядь, такое? А. Вон она. Это. Тухлая, блядь, тухлая котлета была. А, отпусти, 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 отпусти. Вот тухлая котлета у меня есть. Я тебе сейчас сделаю тухлую, тухлые котлеты, гамбургер, бургер. Оп, оп. Так, раз, раз, две, тухлую котлету. Никто не любит сырое мясо, я понял. Где она делась? Аж залагала опять. Дебил, меня тут сожрать хотят, дед. Ага, поймал. Я понял, короче, надо было, блин, немножко не так сделать. Я ж могу брать до 4 предметов в руку. Надо было. Кто это? Чтоб я тебя видел, мразь. Ну, сырое мясо. Где она? Где она? Я просто уже не выжду, если еще раз меня схватит. Я тебя видел. Наверное, уже готово. Да, готово. Хорошо, отлично. Мне бы теперь взять оп, помидорку. Оп, лучок. Оп. Блять, где? 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 Вижу. Все, там стоять. Зорька. На, мразь. Ух, блин. Было тяжело. Отлично поработали. Да вы знаете, как-то, блядь, не очень поработал. Смена закончилась, да? Тогда надо вытащить свою карточку. Все, покусики. А, и что теперь дальше? Теперь еще можно да, убирать. Я даже не знаю. Да, он что-то произошло у нас тут. Все, может в мусорнике нафиг. Да? Вот так. Вот так. Вот гады. Кто это сделал? Кто это, блядь, сделал, а? Блядь, дали стекло расхерячили. Что за уроды? Так, ладно, хорошо, допустим. Теперь как-то починить. Тут вообще еще есть, я так не разобрался.
Фри. Наггетсы. Это пирожочки. Что здесь? Что здесь? Что здесь? Так. Расходы. Сегодня потрачено 9. Дней отработано. Всего шагов пройдено. Всего заказов упаковано 4. Всего сделано следующие 5. Да, только не все неправильные. Итак. Вы можете включить приборы, найдите другой путь. Ага, нужно включить прибор, нужно начать, нужно снижать часть булочки, не работает, использовать фонарик. Смена закончилась, отлично поработали. Типа домой теперь идти. А еще хочу. Идите домой, да. Ну ладно. Пойдем домой. Вы знаете, очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Хотя нет, уже понятно. Я немножко натупил, надо было брать сразу по 4 предмета в руку. Коровы, все ваши гамбурги принадлежат нам. Интересно, специально все ваши или все ваши? Очень прикольная, прикольная игрушка. В нее можно поиграть, можно набить руку, повыполнять как бы задание, набить руку и пройти ее даже. Но я, конечно же, это делать не буду. Я напомню, что это рубрика геймплей летсплей. Такая вот, знаете, такая адская бургерная даже получается. Не то, что там просто бургерная, просто адская бургерная. Загрузка, интересно, найдет или я уже завис и меня выбило? Найдет. Идите домой. Ну, в общем, домой возвращаться не будем. Это так все понятно. Вот наш кореш с нами идет домой. В общем, всем спасибо. С вами был Росси. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Всем пока и до скорых встреч.